Здравствуйте, это программа «Прокурор в теме». Все уголовные преступления в имущественной деятельности всегда сложны и запутанные, поскольку грань между вполне легальной деятельностью и правонарушениями зачастую очень тонка. И очень многие люди, которые занимают ответственную должность или занимаются бизнесом, время от времени рискуют столкнуться с обвинениями в имущественных преступлениях. Поэтому всем нужно знать, как себя вести в подобных ситуациях и как защитить свои интересы, если против вас возбудили уголовное дело. Сегодня в программе мы подробно остановимся на этих вопросах, и я представляю гостя в студии. Евгений Валерьевич Московцев, заместитель прокурора города Самара. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, какая в настоящее время структура как раз имущественных преступлений на территории города Самары? Дайте, так сказать, обзор и обрисуйте картину. В настоящее время преступность на территории города Самары как раз и превалирует. В большей части это имущественные преступления, то есть преступления, связанные с противоправным изъятием чужого имущества, как денежных средств, так и каких-то товарно-материальных ценностей. Большую часть, конечно, это составляют кражи. Если в целом говорить о числе преступности, то свыше 5000 преступлений имущественной направленности зарегистрировано на территории города по итогам 5 месяцев 2023 года. Большую часть, конечно, да, составляют это кражи, мошенничество. Основные виды преступлений в данной сфере, объектами которых являются различные предметы, как в основном это связанные с совершением преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, а также мобильных телефонов. Также это число остается высоким. Мошеннические действия, в том числе, как я уже сказал, совершенные с использованием современных средств, технологий, которые также остаются на территории города достаточно актуальной проблемой. Угу. Кроме того, имеются факты регистрации преступлений, связанных с присвоением, растраты, то есть это большинство, это должностные преступления, так называемые, а также это преступления, связанные с открытым хищением чужого имущества в виде грабежей и разбоев, ну и факты вымогательства, конечно, также имеются. Вот, вы знаете, одно время было такое очень популярное понятие и применяемое на практике, к сожалению, как рейдерские захваты. Скажите, вот сейчас эта проблема немножечко перестала быть актуальной, либо все равно такие действия есть? И поясните, что такое в классическом понимание рейдерский захват. Если говорить о классическом понимании рейдерского захвата, то это противоправный переход одного предприятия из рук одного владельца в другие руки, но связан он с совершением противоправных действий, то есть связан с совершением каких-то подложных действий по подделке документов, по фальсификации документов, возможно, протоколов общих собраний, в связи с чем предприятие фактически по бумагам легитимно переходит из одних рук в другие руки, но вместе с тем, ввиду изначально противоправного характера, эти действия, конечно, караются уголовным законодательством. Тема эта, нельзя сказать, что она теряет свою актуальность. Имеются факты возбуждения уголовных дел в данной сфере, но какой-то особенной проблемы в ряду имущественных преступлений такие уголовные дела, они не стоят. Спасибо. И давайте поговорим про хищение имущества как раз с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Скажите, может быть, приведете какие-то цифры, статистики, вот насколько эта проблема злободневна? Проблема эта является достаточно злободневной, поскольку свой рабочий день, в принципе, я начинаю с изучения ежедневных сводок о совершенных преступлениях на территории города. И основную часть из возбужденных уголовных дел и происшествий составляют как раз факты преступлений, хищений, совершенных с применением данных технологий. Угу. Это как дела, связанные с кражами, так и дела, связанные с мошенническими действиями. Различие там составляет только способ совершения этих действий, если говорить об этом. Большую часть составляют действительно эти преступления в категории имущественных преступлений, в категории краж и мошенничеств. Это такие вот преступления, совершенные с применением новых способов, новых технологий, если можно выразиться достаточно простым языком. К сожалению, сейчас отмечается тенденция того, что не только пожилые граждане попадаются, можно так сказать, на удочку мошенников и попадают под их влияние и впоследствии как оформляют на себя кредиты, которые впоследствии вынуждены выплачивать, так и переводят им собственные накопления, которые у них имеются, которые они откладывали со своих заработков.
И поэтому достаточно эта проблема, эти уголовные дела сложны в раскрытии, поскольку это все с применением новых способов, это применение сети интернет обширное, новых каких-то программ, и поэтому очень тяжело проследить всю цепочку преступления, начинается от совершения хищения и заканчивая уже непосредственно, то есть достижением положительного результата, это выявлением лица, совершившего преступление, и, конечно же, установление, где находится причинен, где находятся денежные средства, каким образом возместить потерпевшему причиненный ему ущерб, который в определенных случаях является достаточно большим. То есть сумма коррелируется от там, минимальных 2,5 тысяч рублей, и есть уголовные дела, которые возбуждены по факту хищения миллионных, конечно, миллионов денежных средств граждан. Вы сказали, что ваш день начинается именно с просмотра обзора таких преступлений. А вот лично вас, Евгений Валерьевич, поразило какое-то дело особенно, когда даже вы, да, такой опытный достаточно прокурор, сказали: вот это да. Если говорить о положительных каких-то тенденциях, вот именно какое уголовное дело меня поразило, то не так давно было направлено в суд уголовное дело, и оно, в принципе, уже, насколько мне известно, рассмотрено судом по существу в отношении жителя города Самары, который организовал интернет-магазин, так называемый, продавал через интернет-площадки комплектующие к компьютерной технике, продавал какие-то игровые приставки, мобильные телефоны, технику, и, конечно, люди ему переводили свои денежные средства достаточно в большом объеме, но ничего не получали в ответ. Он вроде и выходил на контакт с данными лицами о том, что я сейчас вам все направлю, вы все получите, то есть никакого преступления в отношении вас я не совершал, но тем не менее. То есть данное лицо, его действия были выявлены, пресечены, и он уже осужден судом. Ущерб, насколько я помню, составлял там более 10 миллионов рублей. Там было очень достаточно большое число потерпевших по данному уголовному делу. Но потерпевшие — это да, и дело в суде замечательно, а потерпевшие-то свои деньги вернули или все-таки нет? В рамках гражданского судопроизводства ими предъявлялись исковые требования к данному лицу, которые были удовлетворены судом в полном объеме, в том числе как имущественный вред, так и моральный вред, поскольку лица заявляли о том, что они претерпели, конечно, определенные моральные страдания в связи с совершением в отношении их преступлений. Они потратили свое время для того, чтобы попытаться достичь своего результата, то есть получить сначала товар от этого лица, когда он их убеждал в том, что он все-таки выполнит свои обещания. Но, тем не менее, он эти обещания не выполнил, поэтому исковые требования потерпевших были удовлетворены в полном объеме. В настоящее время в отношении данного лица имеется исполнительное производство в Федеральной службе судебных приставов, и с его дохода во время отбывания наказания будут удерживаться определенные суммы. Ну и кроме того, часть ущерба он также принял меры к самостоятельному возмещению, но там это была небольшая часть. Хорошо. Все-таки расскажите, как проходит вот расследование, очень интересно, именно касаемые и выявления как раз в сфере имущественных преступлений. Имущественные преступления, ввиду их различности объекта, то есть это очень большой спектр общественных отношений, которые необходимо оценивать через призму уголовного законодательства, то поэтому их выявление происходит по-разному. То это может быть как и заявление от потерпевшей стороны, которая непосредственно заявляет о хищении принадлежащим денежных средств, какого-либо имущества, так и оперативная работа подразделений, в том числе, можно сказать, что и какую-то часть работы выполняют органы прокуратуры, поскольку органы прокуратуры также выявляют преступления данной категории, но они зачастую связаны с проведением проверочных мероприятий, как по обращениям граждан, то есть граждане обращаются в органы прокуратуры и сообщают о каких-либо противоправных действиях, либо о действиях, которые непосредственно не связаны с преступлением, но в ходе проверочных мероприятий работники прокуратуры, они по цепочке следуя, доходят до того, что выявляют факты противоправных действий, и впоследствии уже органам прокуратуры реализуются свои полномочия, и они направляют материалы для решения вопроса об уголовном преследовании в соответствующий орган предварительного расследования. Но сложности ведь наверняка тоже возникают, да, в расследовании таких преступлений. Конечно, основная сложность и первичная задача – это восстановление прав потерпевшей стороны, поскольку именно на их защиту направлены все наши действия. В первую очередь, это возмещение имущественного ущерба, который причинен данным лицам. Зачастую этот ущерб, эти денежные средства, товарные, материальные ценности не представится возможным обнаружить в кратчайший срок.
Либо это путем проведения банковских транзакций эти денежные средства уже выбыли из владения даже данного лица, который совершил данное хищение, он является лишь промежуточным звеном в цепочке злоумышленников, которые совершают данные преступления. Либо эти товарно-материальные ценности были реализованы лицом, третьим лицам, которых, к сожалению, установить не представляется возможным. И все это происходит за буквально считанные минуты, да? Да, это происходит буквально, буквально в течение там нескольких, одного-двух дней, и поэтому очень сложно на протяжении, там, если говорить о возбуждении уголовного дела и первично, там, скажем так, горячие следы, если это повезет, то в оперативном плане, в следственном плане и получится быстро установить лицо, причастное к совершению хищения, то, конечно же, правоохранительные органы принимают меры для того, чтобы изъять похищенное имущество в первую очередь, осмотреть его, признать его вещественным доказательством и, конечно же, вернуть потерпевшей стране для того, чтобы защитить его права. Но тем не менее, не всегда это получается, и поэтому применяются такие меры, как обеспечительные меры, это наложение ареста на имущество злоумышленника, то есть органы правопорядка исследуют имущественное положение, устанавливают, какие есть, какими объектами недвижимости, либо движимыми объектами он владеет, либо какие-то предметы, то есть вплоть до мобильных телефонов мы можем применить по отношению к данным объектам обеспечительные меры, и впоследствии уже при решении вопроса судом уже определяется судьба данного имущества. То есть при наличии искового заявления суд может данные обеспечительные меры оставить. Ну а скажите, пожалуйста, играет ли роль, если преступник и потерпевший находятся в одном городе, быстрее ли раскроется это преступление? Ведь зачастую они находятся очень далеко и даже порой в других государствах. Конечно, вот здесь и выходит на первый план основная проблема преступления в сфере совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Поскольку мы зачастую сталкиваемся с тем, что преступник находится за пределами как и Самарской области, так и может также находиться, да, за пределами Российской Федерации. Не всегда это удается быстро установить. Вместе с тем у органов правопорядка имеется достаточное количество специальных систем и, скажем так, приложений, если можно их такими назвать, которые позволяют выявить в кратчайший срок совпадение по другим, возможно, регионам, где совершались такие противоправные действия, в результате чего, то есть межведомственным взаимодействием устанавливаются возможные наработки другого субъекта в результате обмена информацией, получается, что данные преступления также могут быть раскрыты. Но это уже совместным усилием, даже межрегиональным взаимодействием. Это может быть... Евгений Валерьевич, то расскажите, как можно защитить свое имущество вот как раз от преступных посягательств при преступлениях, о которых мы сейчас с вами говорим? В первую очередь, хотелось, уже неоднократно органы прокуратуры об этом и сообщают в своих буклетах, брошюрах, которые мы распространяем среди населения в обязательной форме. Органы правопорядка достаточно активно ведут эту работу, но тем не менее, то есть не исключены такие факты. Это мы все видим в результате возбуждения уголовных дел. В первую очередь, это никакого доверия не должно быть к сотовым звонкам от официальных органов, от представителей каких-либо банков. Ни одна банковская организация в Российской Федерации и в целом никогда не будет требовать изложения своих персональных данных непосредственно по телефону. Они могут пригласить в офис банка и сообщить какую-либо информацию. Но никогда по телефону никаких... Не тем более спрашивать личных данных, конечно, персональных. Конечно, да, конечно. Никаких кодов они требовать не будут, данных карт, номеров, сроков действия они требовать никогда не будут. Сейчас, к сожалению, не стоит на месте и способы совершения преступления. Появилось такое понятие, как IP-телефония в данной сфере. Это подменные номера. Когда злоумышленники подменяют телефонные номера номерами, свои номера, точнее, номерами государственных органов, как органов правопорядка, так и банковских организаций. И даже при разговоре с предполагаемым потерпевшим, они говорят, если вы сомневаетесь в том, что я действительно являюсь сотрудником правоохранительных органов, либо работником банка, пожалуйста, вы можете сейчас же, прям не там, отходя от телефонной трубки, посетить интернет и вбить мои данные. И вам выдаст то, что вот я такой-то, такой-то, и вот мой номер телефона. И даже на это не стоит. И даже на это обращать внимание не стоит. Да. То есть необходимо принимать меры к тому, что ни один сотрудник правопорядка не будет просить никогда перевести деньги ни на какой защищенный счет. Таких счетов просто не бывает.
Никогда не нужно верить таким людям. То есть такие звонки следует пресекать уже изначально. Когда вам уже сообщают об этом, лучше всего положить трубку, поскольку данные лица, они обучаются как раз методом психологического воздействия да, и разговора с потерпевшей стороной, предполагаемой. И после того, как вы продолжаете с ними разговор, если у вас там нет твердой уверенности, конечно, что совершают противоправные действия, вы можете в какой-то момент проникнуться их действиями и совершить опрометчивые поступки, которые впоследствии привлекут к причинению какого-либо имущественного ущерба. Но вот, к сожалению, персональные данные гуляют по просторам интернета. Я вот даже буквально в одной из соцсетей недавно обнаружила данные своего паспорта, представляете? И очень много звонят, и особенно, вот я не знаю, как вам, в последнее время лично мне звонят полковники полиции и говорят, то, что вы являетесь фигурантом какого-то уголовного дела. Никогда же тоже не позвонят. Не стоит тоже идти на провокацию вот от таких сотрудников. Позвонить сотрудники правоохранительных органов, они, конечно же, могут в связи с какими-то обстоятельствами. Мало ли, человек являлся свидетелем какого-либо противоправного действия. Либо, например, проверяют в ходе расследования уголовного дела часто местонахождение телефонов. И человек мог находиться в определенном месте, когда в этом же месте было совершено преступление. Сотрудники правоохранительных органов проверяют эти обстоятельства. Но они никогда не делают этого по телефону. Они не сообщают о том, что вы являетесь фигурантом уголовного дела. Они просят прибыть в соответствующее территориальное подразделение правоохранительного органа, будь то органы полиции, Следственного комитета, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной службы безопасности, Министерство по чрезвычайным ситуациям, которые расследуют также уголовные дела. И только или повестка. Да, либо повестка. И только там они уже будут излагать существо своих вопросов, претензий, возможных к данному лицу. Но никогда они не будут говорить о том, что вы являетесь фигурантом уголовного дела, и поэтому вы можете избежать уголовной ответственности, переведя мне определенную сумму денежных средств. Но, к сожалению, здесь ситуация складывается так, что есть обратная сторона медали. Имеются факты совершения противоправных действий, связанные с тем, что лицу сообщают, что он являлся потерпевшим. Вот как раз о том, что вы говорите, это доступность персональных данных. Имелись ранее факты возбуждения уголовного дела в связи с совершением мошеннических действий, когда лица являлись приобретателем какого-либо товара в интернете. Им впоследствии сообщалось, из города Москвы им звонили якобы и сообщали, что вы вот являетесь приобретателем такого товара. Выяснилось, что этот товар был некачественный, в связи с чем вы имеете право на компенсацию, причем достаточно очень большом размере, там меньше 500 тысяч, ну вот не встречается. Первый раз вообще об этом слышу, такой уловки мошенников. Не встречается, в принципе, такая вот сумма, то есть 500 тысяч – это минимум, который они говорят, что вы можете получить эту компенсацию, но вместе с тем, так как вы находитесь в другом городе, вам необходимо оплатить услуги адвоката. И люди сообщают свои персональные данные, если это ограничится только похищением их личных денежных средств, то это, скажем, уже какой-то минимум, объема, который могут у них похитить. А иногда они сообщают достаточные персональные данные, которые позволяют злоумышленникам оформить на них кредитные обязательства, причем в достаточно очень крупном размере. И впоследствии данные лица, потерпевшие, обязаны по законодательству выплачивать данный кредит, поскольку именно в результате их действий он был оформлен. Фактически они оформили согласие на это. Но вот здесь прокуратура может помочь, если безвинный человек, действительно безвинный, я делаю акцент, стал жертвой мошенников, на него, вот, к примеру, как вы сейчас рассказываете, оформили кредит. Но это же кошмар. Расторжение кредитного договора, к сожалению, в данном случае оно невозможно. Есть судебная практика по данным обстоятельствам. Пытались люди оспорить данные факты, то есть говорили о том, что я не оформлял данный кредит, но тем не менее они совершили активные действия самостоятельно. Они передали свои личные данные, они сообщили необходимые коды для активации в системе онлайн-банков. И впоследствии это считается как соглашением лица для оформления кредита, при том, что в сообщениях, которые отправляют банковские организации, они всегда пишут о том, что никогда не сообщайте данный код никому из посторонних лиц. Вместе с тем, если сообщил, значит уже... Эти лица сообщают самостоятельно данный код и таким образом уже являются лицами, которые приняли меры к тому, чтобы он был заключен, этот кредитный договор.
Евгений Валерьевич, расскажите еще, пожалуйста, примеры положительных работ вот как раз по противодействию преступлений в данной сфере. Буквально недавно я подписал ряд уголовных дел, связанных с квартирными кражами, так называемыми, кражами, совершенными из жилища. Это были лица, как проживающие на территории города Самары обвиняемые, так и лица, которые приехали из других субъектов. Это, считаю, что это достаточно хорошая работа органов правопорядка, которые выявили данные преступления, поскольку они также являются сложно выявляемыми. Почему? Зачастую не оставляют следов лица своего пребывания. Они пользуются методами маскировки, которые исключают возможность скорейшего их нахождения. И только в результате получения оперативной информации, либо взаимодействия с другими субъектами, другими органами, удается получить сведения о причастности какого-либо лица к совершению преступления и впоследствии начать работу в отношении него, как в оперативном плане, так и в плане расследования уголовного дела. И в результате чего получается, что данное лицо привлекается к уголовной ответственности. Такие вот дела недавно были мной утверждены в обвинительном заключении в отношении таких лиц и направлены в суд. Сумма ущерба там коррелируется от не совсем больших до достаточно крупных, там, до более полумиллиона рублей. У потерпевших были похищены как товарно-материальные ценности, так и денежные средства. То есть ни свидетелей, ни отпечатков пальцев. То есть настолько, да, действуют профессионально, что даже сложно и выявить такое. По последнему вот уголовному делу могу сказать, что в результате, скажем так, бдительности соседей данные лица были обнаружены. Они изначально присматривались, ходили в районе частного сектора в одном из районов города. Их вызвали подозрение у одного из соседей потерпевшего, который видел, что они ходят, присматриваются, и увидел, как они проникали на территорию частного домовладения. В результате чего были вызваны сотрудники полиции, и они были задержаны на месте совершения преступления. А вот скажите, пожалуйста, очень часто в детективных сериалах и фильмах расследуются преступления исключительно только по камерам видеонаблюдения. А вот у нас в городе есть такие камеры, что действительно преступников искали и находили по камерам? Да, на территории города функционирует аппаратный комплекс «Безопасный город». Достаточно большое количество камер в нем функционирует. Прокуратура, о которых жители не знают. Почему же они знают? Они расположены на фасадах жилых домов, государственных учреждений. И поэтому при, в принципе, отработке первоначально даже места происшествия правоохранительные органы изначально выясняют, какие камеры расположены в районе совершения преступления. Это будь то камеры как частных лиц, возможно, установок на домовладение. Так вот и камеры этого комплекса. Кроме того, по уголовным делам запрашиваются сведения с камер автоматической фиксации административных правонарушений центра ГИБДД. Видеорегистратор, да, опять же. Видеорегистратор. Да? Выясняются эти обстоятельства, принимаются эти меры. Достаточно плотно ведется работа первоначально, поскольку это преступление, связанное с хищением имущества из жилища, это является тяжким преступлением. Поэтому правоохранительные органы нацелены на плотную и плодотворную работу в данном направлении. Евгений Валерьевич, наше время подходит к концу. Хотелось бы подвести итоги. Я хочу предоставить вам заключительное слово. О чем нужно помнить? Мы говорим сегодня, да, об имущественной деятельности и преступлении. Вот о чем нужно помнить, чтобы все-таки не попасться на уловки мошенников? Если говорить о преступлениях в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, то в первую очередь это, конечно же, ограничить вот свои телефонные звонки, факты доверия третьим лицам, своей персональной информации, личных данных. Кроме того, желательно пользоваться поскольку сейчас век высоких технологий, и множество существует как официальных интернет-магазинов, площадок, лиц, продающих товары, пользоваться, конечно, официальными, проверенными сайтами, магазинами, обращать внимание на адрес строку, которая прописывается в браузере на компьютере, чтобы не было подмены сайта. Такие факты тоже имеются. Конечно, необходимо обращать на это внимание. Если говорить о кражах личного имущества, так называемых карманных кражах, то, конечно же, принимать меры для того, чтобы не размещать свое имущество, там сотовые телефоны, наушники тоже сейчас похищают, бумажники, личные документы. Конечно, не размещать их в легко доступных местах. То есть там задний карман. Преступник не дремлет. Да, желательно, конечно, это помещать там во внутренние карманы одежды. Если говорить о
лечит, то, конечно, это необходимо принимать меры для того, чтобы обеспечивать полноценную защиту своего жилища. То есть это отсутствие открытых окон длительное время. И, конечно же, вот в случае, как с квартирными кражами, если лица покидают, люди покидают свои дома на какой-то долгий срок, там, возможно, в отпуск уезжают или что-то, лучше бы, конечно, обеспечить, чтобы кто-то периодически проведывал их место жительства, приходил к ним домой, смотрел, все ли у них в порядке, для того, чтобы даже если при наблюдении злоумышленниками за данным домом, квартиры, они видели, что имеются, периодически приходят, да, и преступление совершить будет им затруднительно. Ну что же, и, наверное, стоит добавить, что никому никогда не нужно сообщать личные своих карт и персональные данные, которые в первую очередь как раз и провоцируют на преступление. Конечно. Ну что же, благодарю вас за очень интересное интервью, за ваши компетентные ответы. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Прокурор в теме», а гость Евгений Валерьевич Московцев, заместитель прокурора города Самары. Всего хорошего. До свидания. До свидания.